Всем привет, с вами ProSkill What Blitz. Сегодня в этом видео хочу показать эпичные бои, которые были сыграны на ВК-90. Сейчас он вышел в продажу, ВГ это сделали немного из-под тяжка, не сообщив глобально. Он однозначно стоит своих денег. У нас карта Древние Пирамиды. Смотрим по сетапу, команды противников, имеется много ТТ, ПТ и всего лишь одна СТ-шечка. Предсказуемо, нам выгодно сыграть направление точки А. Сюда и выдвигаемся. Смотрим по мини-карте, светится уже на точке С СТ-шечка. У нас там есть два союзника, поэтому нам тут нужно как-то аккуратненько отыгрывать, в случае чего, если команда противников окажется здесь толпой, придется сдерживать направление. Я решил прокатить внешнюю сторону, видим арава уже на точке А. Единственное, у меня нету инфы по ПТСАУ. По одной есть, а по другой нету. Я принимаю вот такой отчаянный шаг, сразу же начинать их обрабатывать. Опасаюсь только гриля, который мог остаться где-то у себя на респе в кустиках. На меня забатила семерка, я это вижу. И тут, обращаем внимание, по мини-карте гриль светится на СТ направление. Поэтому спокойненько разворачиваемся. Я хотел уже убегать отсюда. И начинаем принимать семерку. В рамбе. Да, у меня тут нет преимущества, я не могу закрыть свою НЛД, но все-таки танкую. Потому что пробитие у ИСа 7 не прям хорошее. Даем тычечку и делаем ромбик. Мансим еще раз не пробивает. Самое главное преимущество ВК-90 это его броня. Как от борта в городе, так и в клинче против противника. Тем временем на точке С мы все слили. Предсказуемо, нужно быстрее забирать семерку и помогать нашим в городе. Оставляем шотным. Понятно, что противник несмышленный, на семерке оказался, не может нас пробить. Справляемся. 60 ТП уже напрягает наших с кормы. Нужно добирать шотных. По 2-6-3 проходит печально альфа, пытаясь в ромбике закрыть свой НЛД, но он пробивает. Ну, здесь нужно на Верочку просто фугасом. 20 хп. Очень быстро мы теряем своих союзников. Счет не в нашу пользу. Я забираю самых опасных барабанщиков. И остаемся мы вдвоем против четверых. Понятно, Фош в окружении не будет выживать. Красава дает тычечку. Нужно по ТШС-2 отрабатывать. Потому что она для нас, ну, почти шотная, если пройдет альфа. Проходит альфа, забираем. И тут я пытаюсь спасти своего союзника. Видите, я как проехался. Ну, хотел его закрыть, потому что оставаться одному против двоих, ну, не прям выгодно. 60 ТП фуловый. Мы успеваем заехать. Я вижу то, что гриль, видите, как поехал? В корму к нам. Не знаю, почему на данный момент 60 ТП боялся на меня поехать в клинч. Потому что вы увидите потом его процент побед. Моя задача не оказаться в окружении и хотя бы одного танкануть и забрать. Это, конечно же, гриля, приоритет цели. У него ДПМ в 3700. Нам такое чудо в корме не нужно. И спокойненько его добираем. Остаюсь один на один. Получаю под 600 альфы. У меня 1000 хп. У него 2К+. Но у нас есть клинч. Здесь как-то я странно стрельнул, но пробил через каток. Начинаем клинчеваться. Тем более он как-то непонятно, да? Бортом разворачивается, и я попадаю в орудие. Вот этот выстрел, он сильно зарешает. Нужно было дождаться, чтобы, ну, на Верочку грамотно. Даем еще и выбиваем боеукладку. И он не ремонтирует. И нас пробивает. У нас остается 450 хп. У него альфа по-любому может пройти, даже кумулятивным снарядом. У нас по бортам минус 10 УН, поэтому если я буду просто на него в лоб смотреть, я не увижу ВЛД. Так, я чуть-чуть на борт спускаю орудие и даю ему. Здесь я поторопился однозначно. Нервишки шалят. Главное, чтобы он нас не пробил. Клинчуемся. Танкуем неплохо. Опять на борт орудие. И пробиваем. Многие об этой фишке не знают. То, что у ВН по бортам такие крутые. У него остается 490 хп. Я беру ББшку. Понимаю, что на Верочку нужно. В башенку ком. Стреляю, остается 45 хп.
Нужно главное танкануть. У него все выбито, орудие выбито, боеукладка мансую. Он выцеливает мне щечку. И он пробивает. Как же в этот момент было обидно, потому что я посмотрел, что это 7-й был фраг. И если бы не то попадание, когда я в борт ему дал в орудие, либо, может быть, как-то нужно было мансить лучше. Ну, понятно, что парень красавчик. Вначале, почему я не понял, он мог агрессивно поехать на меня, когда гриль сразу только выдвинулся ко мне в корму, потому что, ну, 61%, это достаточно грамотный игрок, это статист. Кто там еще был? Ну, взводик, хэвик, 54% и 23%. Ну, давайте посмотрим, да, гриля. Гриль у них был, ну, не прям смышленый. А мы идем на второй бой. В этом бою раскрылся весь потенциал ВК-90, на что он способен. У нас карта эшелон, смотрим по сетапу, у команды противников нету динамичных танков. У нас то же самое. Спокойненько выдвигаемся на центр. Почему я не играю точку А? Потому что у команды противников имеется 3 ПТшки, и по-любому кто-то будет стоять на красной линии в кустиках. И нам это невыгодно, какая бы у нас ни была бы броня, нас будут выцеливать и рано и поздно пробьют. А с точки Б можно танковать от борта. Выезжает хэвик, спокойненько доворачиваем. Не догадывается то, что нас сложно будет пробить. И наносим 2 выстрела. 2 ПТСА у нас поехали на точку С, и нам это на руку, потому что у нас будет инфа. В данной ситуации я решил агрессивненько сыграть, поджаться. Потому что большинство уже находится в свету. Выдаем по вафле. И занимаем необычную позицию. Т-30-е. Что-то пытается выцелить. Обратите внимание, я всегда стою от борта. Закрываю свою МЛД. Хэвик нас рентгенит, поэтому нельзя тут прям вылазить под вафлю, подставляться. Я хочу поработать по ТТ. И они совершают эту грубейшую ошибку, они начинают сдавать назад. ВКшечка вылезла. Получайте на 500. В данном бою будет лютое танкование. Ну, пока выцеливает. Не понимает, как нас пробить. Многие сейчас совершают ошибку, накупили этот танчик и катается обычно, лбом выкатывается, НЛД подставляют, катки свои. Мне выгодно то, что не подставляется, то, что нам нужно набивать урожку на них. 113-й немного не в адеквате, он катается бортом, ну, предсказуемо там вафля, и тут я получаю пробитие. Хэвик агрессивно выкатывается, за это и поплатился. Видим, тут уже бабаха подъехала. Да, у команды противников беда. Они зажаты, оказались в окружении. Просто метелим. Уже потеряли 3 союзников своих. Ну, команда противников. Мансуем немного. И не пробивает. Тут я уже решил сблизиться. То, что там еще вафля почти фуловая. Понимаете, сколько мы уже натанковали? 6000 урона. Они поехали агрессивно нас закатывать. Тут я уже сам подставляюсь. Нужно забрать шотного чифтейна. Ну, как-то он слишком сильно наглеет. Опять танкуем от 2. 7000 урона натанковали. Я хочу дать по вафле, потому что если 75-ку в любой момент успею добрать. И она подставляется. Спокойненько выдаем. Остается у команды противников 2 бойца. Предсказуемо, они уже ничего не сделают. Добираем шотного. Хотелось бы еще вафле накинуть. Но она там сейвится за камешком. В данной ситуации здесь показательно было, как нужно на нем отыгрывать. Если противник находится на средней дистанции, значит, нужно
от борта выкатываться, чтобы он видел только вашу ВЛД и непробивной борт. Если вы сближаетесь, тут уже нужно клинчевать противника. Вот такие результаты. 7000 оттанковали. Всем спасибо, кто посмотрел данный видеоролик. Оставляйте свои комментарии. Будете ли вы покупать этот танк? Если купили, как он вам? Понравился, не понравился? Потому что у каждого разное мнение. Я видел, кому-то и не понравилась эта машина. И также не забывайте подписываться на группу ВК, все ссылки в описании, и на YouTube канал. И всем пока, до новых встреч!